Roach imbeciles. It's calling. I never gave you this, got me? Зомби! Вот это да, зомби. Уже минус один. Ой, блин. Я подставил его. А зомби магия берет? Все, пацаны, аниме? Нет. Мне прям везет на невидимость, серьезно. Эй. Да опять невидимый, что такое? Аниме у меня еще и в друзьях. Ничего себе, царь, у тебя аниме в друзьях. Не трогай меня, не трогай меня! Я иду убить того, кто меня убил. Я ему верил. А кто тебя убил? Не трогай меня, подвигать. Не трогай, говорю. Да кто такой аниме? Какой я раньше не видел? Капец, их даже не убивает этот. Это дур. А, дура надо из клана выгнать, кстати, слышишь? А что случилось-то? А блин! Рейф, отвали! Не Нет! Меня Рейф сожрал. Кстати, да, аниме, дай-ка я тебе игрю залю. Ты скатился, а у меня такие люди не будут. А я вообще настолько был плохой ник? Ну да. Ничего себе ты провернился. Тут аж царь из друзей удаляет. Причем я его не просто так не брал в свой клан. Я еще давно знал, что с ним не стоит связываться, его идем себе взял. Вот мы уроды, а? Добрый вечер, Рэпер, где шконится? Как я не влюхал минские карты, серьезно. Царя, это нормально, то что над тобой летает? Что ты скажешь?
Значит, слышу твоего товарища по клану. Не зря ты его пробил. Еще раз скажи, чё? Ну чё, не зря ты Дройса в клан взял? Нет. Не зря, по-твоему? Ну нет, вроде нормально совет. Зачем делать такого? Ааа, давайте ты складываешь его. Да? Ну ты вообще следишь за своими людьми, нет? А еще он... Я слежу. У нас номер не обязателен. Если нет номера, это не значит, что он не в клане. Он только что сам написал, что лучше. И попьи сюда. Да? Он мне ничего не написал. Не знаю. Наконец-то не умерли.